Семейка Несси. Серия третья. Элспет и Ангус покупают щенка. Я сыт по горло. Велик сломался. И я нашел только один из своих роликовых коньков. Смотри, сюда едет фургон мистера Тинкера. О, Ангус, ты только посмотри на этого милого щенка, привязанного к фургону. Бедняжка! Эй, мистер Тинкер, почему вы не разрешаете щенку ехать в фургоне? Он продается. 5 фунтов. 5 фунтов – это очень много. Давай, Ангус, пойдем домой и посчитаем, сколько у нас есть. А еще нам нужно спросить разрешение у отца, прежде чем купить щенка. Вы можете завести щенка, хорошо. Но если будете за ним присматривать, я слишком занят, приглядывая за замком. Ну вот, здесь и близко нет 5 фунтов. Давай сходим к озеру и позовем Несси. Может, они нам помогут? Дети изо всех сил дунули в свои свистки из чертополоха, и на поверхности появился непоседа. Что я могу для вас сделать? Ангус рассказал Несси о мистере Тинкере и щенке. Нам понадобится гораздо больше таких штук, если мы хотим выкупить щенка. На дне озера я видел много таких штуковин. Ну же, прыгайте в лодку, я покажу, где они. Не так быстро! На середине озера непоседа нырнул, оставив детей вглядываться в темную воду. Это никуда не годится! Это какие-то детали и крышки! Мы никогда не купим щенка на это! А, вот хорошенькая штучка. Посмотрите, как она блестит на солнце. Это же золотая монета. Слушай, Элспет, это гораздо больше, чем стоит щенок. Просто подожди, когда мистер Тинкер это увидит. А вон и он сам. Внезапно под лодкой появилась ужасающая голова дикаря. Что здесь происходит? Давай, дикарь, отвези нас вон туда. О, у меня будет головная боль. Эй, мистер Тинкер, подождите нас! Не возьмете ли вы в обмен на щенка вот это? Продано! Купили? Купили? Не знаю, я посмотрю. Эй, чудовище! Чудовище! Я видел лохнесское чудовище! Что здесь происходит? Что за ненужная суматоха поднялась на берегу моего озера? Смотри, папа, мы купили щенка. Разве он не очаровательный? Забудь ты про щенка, девочка! Я только что видел лохнесское чудовище! Вон в тех кустах! Ох, ну что за чепуха? Ты хочешь напугать детей этими разговорами? То, что ты видел, наверняка было большим оленем. Никакой это был не олень. Ставлю эту золотую монету против вашей волынки, что чудовище все еще там, за кустами. О, боже! О, нет! Что же я наделал? Не волнуйся. Думаю, у меня есть решение этой проблемы. Смотри. Сэр, что я вам говорил? Это был олень. Уговор есть уговор. Давайте золотую монету. Этого не может быть. Видимо, пора проверить зрение. Чудовище, ну, конечно. Вот. А теперь купите ошейник, корзину и угощение для щеночка. А сейчас пойдемте выпьем чаю.